Позвонил мне с Азовстали. Они уже находятся там больше месяца. В Азовстали более 2000 людей. 3 яруса бункера. В каждом ярусе людей очень много. Отдельно военные, отдельно женщины с детьми. Есть и груднички. Есть и раненых очень много, и цивильных, и таких. Настрой у них боевой, но все у них заканчивается, поэтому ждут подмоги. Хотят, чтобы их достали, пришла подмога любыми путями, либо договоренностями, либо военной техникой. Ну, как-нибудь их достали. Мы не виноваты в том, что война началась. Мы ее не развязывали. Мы жили мирно всю жизнь. Разговаривали на русском языке, никто нас не ущемлял. Никто нас не притязал. Среди нас было много разных национальностей. Никто никогда ни у кого не ущемлял. Были и татары, и евреи, украинцы, русские. И все национальности, которые можно собрать по всему миру. И общались, и дружили. И были мирными друг другу, и всегда помогали. Говорим, что мы любыми путями будем пытаться достать их с оттуда, чтобы у них не умерла надежда, чтобы у них не умерла вера, чтобы они верили, что за ними придут. Все равно в любом случае мы их достанем с оттуда, что надеемся на поддержку всего мира, что все равно мир придет, что нам помогут. Желаем скорейшего мира, скорейшего благополучия и спокойствия.